Раз, два, три. Так, приветствую всех на открытом вебинаре в рамках предстоящего курса Smart Volume Trading. Это второй по счету из серии открытых вебинаров. Первый был про реверс-модель, про реверсивный график, как его использовать эффективнее. А сегодня мы затронем тему торговых правил, в частности, внутри дневного масштаба интрадей, и рассмотрим разные типы правил, зачем они нужны и насколько они важны в торговле в принципе. Ну, в первую очередь о курсе буквально в пару слов. 8 мая ориентир будет первое собрание участников. Уже есть участники, которые забронировали места. И остался буквально месяц, может даже меньше. В плане не медлите, потому что не заметите, как быстро полетит этот месяц, и уже будет май. 8 начнется курс, и закончится он примерно 8 сентября. Возможно, будет дополнительная неделя-две для закрепления материала. Ну вот, примерно в сентябре будет только заканчиваться курс. Это тот же Smart Volume Trading, только немножко в сжатом формате. То есть будет более динамичнее практика и материал. Причем практику вводим новый вариант. Не в конце всех теоретических материалов. То есть раньше мы проводили практические занятия. Ну, к примеру, если курс Smart Volume Trading идет 6 месяцев, то последние 2 месяца из 6 была практика. То есть весь материал накапливался, и к практике у трейдеров частенько происходит такой деструктурный процесс. То есть очень много информации, но ее нужно как-то укомплектовать, уложить в правильных направлениях и в структурах. И проанализировав вот этот момент, решили сделать поэтапно. На новом курсе будет примерно ориентированно распределяться 2-3 недели занятий, потом практика, которая закрепляет материал. Снова блок, снова закрепление. И так до уже практической отработки торговой стратегии в режиме real-time. Вот. Поэтому 4 месяца, будет он не 6. И более плотнее будет расписание. И возможно даже на выходных будет в субботу занятие проводиться. Напомню, что мы проводили опрос среди участников курсов, которые были, и тех, кто планирует заниматься. Статистика, то есть вопросы были, в какое время лучше проводить занятия, какие темы интересны. Особенно мне было интересно вот этот раздел, какие темы интересны трейдерам. И в принципе большинство ответов было как раз ориентировано на последовательность действий, то есть правил. Правила торговли, правила поведения трейдера внутри торговой сессии. То есть не сама база знаний, а непосредственно пошаговая инструкция. Ну, грубо говоря, вот в этом ключе. Значит, новый индикатор. Как раз по новому индикатору на следующем открытом вебинаре он будет, напомню, если не знаете, я сейчас скажу, 19-го. Сейчас посмотрим. Да, следующая среда, 19 число. Поставьте себе в смартфон и прямо сейчас напоминание. В 20:00 будет третий открытый вебинар.
На нем мы затронем инновационные новые введения в платформе, новые возможности. А именно, Range Bar Chart. К сожалению, как только он появился, к нему не было достойного внимания, и ну, посчитали трейдеры, что ну, не столь интересным по сервису модуль. Но Range Bar Chart достаточно важный элемент для исследования, потому что это взгляд немножко с другой точки ракурса, так как там нет привязки к постоянному интервальному периоду, допустим, там 5-минутные таймфреймы. Там идет опора уже на другие данные, такие как дельта, объем, волатильность. И трейды. Вот новый тоже индикатор Waze Wave. Его только запустили. Я хочу провести как раз вот исследование, собрать немного статистической информации, какие элементы стоит применять с этим индикатором. Где его слабая сторона, где сильная. Поэтому сегодня мы о нем... ну, в интернете много чего написано, но я стараюсь самостоятельно исследовать его, посмотреть, где его изъяны, где его сильные стороны и как его вообще можно применять. Это касается того же индикатора VWAP. То есть, в принципе, благодаря всемирной паутине можно любую информацию достать в интернете, но прочитав о VWAP в интернете о том, что это там среднеизвешенный индикатор относительно объема и цены, как его применить, где его лучше применить, там вряд ли будет написано. Ну, естественно, там ориентирное направление, как его использовали и кто его разрабатывал, это можно найти. Но самостоятельно вот на текущей торговле провести эксперименты, это обязательно нужно сделать. Поэтому сегодня мы не затронем новый индикатор. И на следующем открытом 19 числа в 20:00 обязательно мы о нем поговорим. Уже прилично времени прошло с того момента, как мы ввели, ну как ввели, запустили кластер Profile Professional. Он так назывался, мы его снова вернули в режим Cluster Profile. То есть это гистограммного типа и кластерного типа одновременно. Тип графика базируется на максимально адаптивном образе отображения информации. Здесь сочетается гистограмма, здесь сочетаются кластеры, сочетается фильтрация. И максимально адаптивно можно комбинировать разного по типу данные. Допустим, вот этот эта настройка дает возможность нам настраивать две гистограммы одновременно, то есть левая гистограмма и правая. Их можно сменить на кластеры, то есть кластер по сути это колонка. Кто работает с Excel и для кого Excel достаточно знакомая вещь, это колонка, вот можно кластер представить, но распределение по рейтингу данных в колонке очень сложновато и трудно анализировать. Вернее, это не трудно, на самом деле действия достаточно простые делаются, но время, потраченное на сбор, визуально сбор информации в этой колонке, потом распределение уже в своем сознании, в уме, где какие уровни нам интересны, ну, затраты на время достаточно больше происходят, если сравнить с типом гистограммным. Это вот так. То есть мы сразу видим меньше значения у нижней границы гистограммы. То есть идет распределение ось Y, ну и ось X.
клокообразная форма, то есть распределяются объемы. Если мы указываем объем, допустим, здесь объем по биту у меня сосредоточен вот здесь. А здесь я выставил для себя ликвидность по ASK. То есть я вижу, как распределяется ликвидность этой команды и этой относительно одной и той же цены. Вот. Можно комбинировать абсолютно разные значения, допустим, объем и трейды. И интересные вещи, вот это пища для исследований, так как у нас есть архив за много лет, каждый трейд хранится на серваках, терабайты памяти забиты просто данными, и можно подгрузить даже 2008 год S&P, какой-то день включить и подгрузиться данные каждого трейда. То есть можно проводить исследования абсолютно удобно, и это первое, наверное, с чего стоит начать каждому начинающему трейдеру, дабы правильно сформировать фундамент для своей торговой стратегии. Это, кстати, будет происходить и на самом курсе. Значит, еще буквально чуть-чуть и перейдем к правилам. Вот эти 4 месяца расписаны. Первые два блока по 9 занятий и третий, четвертый по 12. 16 недель, плюс еще будет поддержка 8 недель после завершения самого курса. У вас будет доступ к платформе, премиум пакет, то есть все рынки будут доступны. Это для того, чтобы не было... Допустим, трейдер торгует индекс РТС, и он считает, что ему только индекс РТС стоит анализировать. На курсе мы будем изучать более мультивариационный анализ, то есть когда для торговли индексом РТС нужно еще кучу рынков анализировать, чтобы понимать вообще, что происходит. Та же нефть, она не торгуется на Форекс, а пакеты Волфикс формируются исходя из биржи. Кстати, часто задают вопрос, почему именно такое распределение в пакетов. У каждой биржи свой стоимость получения данных разная. То есть есть биржи, где нужно больше денег платить за получение данных, есть где меньше. Поэтому и ценник, стоимость колебается исходя из таких вот данных. Значит, в первом блоке мы пройдем основы и потом уже постепенно будем двигаться от блока к блоку. Значит, будет скайп-поддержка, то есть чат формируется, там все находятся, общение, вопрос-ответы, поддержка между занятиями и email тоже. Также есть еще закрытый форум, он уже ждет своих студентов. Каждое занятие будет записываться, вы сможете пересматривать, сколько вам понадобится на протяжении курсов и даже после него. Итак, торговые правила в принципе. Сейчас будет немножко теории, поэтому я включу запись с видео. Значит, первый момент, который стоит сразу определить и обозначить, что такое вообще правило. Вот, мне интересно ваше мнение. Как вы воспринимаете термин, понятие, что такое правило? Кто может хотя бы своими словами сказать, объяснить? Как-нибудь в чате пару предложений. Совершенно верно. Последовательность действий в определенных условиях. Тоже очень тепло, все правильно.
Условия, которые необходимо соблюсти, чтобы чего-нибудь достичь. Да, совершенно верно. Все три варианта алгоритм действий тоже подходит. То есть это множество правил. Алгоритм действий – это цепочка правил, вернее даже множество правил выстраивается в целый алгоритм. На каждом этапе алгоритма активируются определенные элементы правила. Итак, с научной точки зрения описание понятия правила – это термин, обозначающий действие или определенную последовательность ряда действий. Подчеркнем здесь множество признаков, обеспечивающих стабильность применения наиболее эффективного по сравнению с ранее применимыми методами для достижения намеченной цели, решения поставленной задачи или выполнения определенной функции. Теперь само понятие мы подчеркнем основные ключевые слова и моменты. Термин, обозначающий действие или последовательность ряда действий. То есть, если интерпретировать в трейдинг, последовательность, контрольное слово, ряда действий. То есть это цепочка каких-то определенных действий, затем обеспечивающий стабильность, подчеркнем слово стабильность, применение наиболее эффективного по сравнению с другими методами для достижения цели. То есть методы проб и ошибок, есть такой научный метод, в принципе, так развивалось человечество до сегодняшнего дня. Пробуют, не получается, пробуют по-другому, и так пока не получится. Из всех вариантов проб и ошибок, то есть это сравнительный паттерн вырабатывается с опытом, то есть набор, целая цепочка методов проб и ошибок, в результате получается опыт. Из этого опыта изымается наиболее эффективный вариант. И у этого эффективного варианта есть, как написал Валерий правильно, множество признаков. Эти признаки, либо ряд действий, которые нужно сделать, чтобы получилось самое эффективное достижение цели. Соответственно, отсюда ключевые слова ряд действий, стабильность, цель. Значит, соответственно, чтобы интерпретировать с трейдингом, есть правила, которые указывают, что нужно делать, чтобы так получилось. Ну, грубо говоря, правила премаркета. У нас, допустим, очень строгое правило. У нас есть правила техники безопасности, мы их называем. То есть это максимально очень грубое нарушение, которое нельзя нарушать. То есть это запрещающее правило. Правило, которое запрещает что-то делать, дабы избежать потерь и увеличения риска. И правило, соответственно, порядок действий, который приводит нас в итоге к хорошей сделке. Значит, есть повторяющиеся правила, то есть которые выполняются ежедневно, грубо говоря, повторяющийся алгоритм, который запускается каждый день перед открытием биржи. То есть первое правило – это нужно для себя, в принципе, четко описать порядок действий ваш в торговле, ну, для вашей стратегии. Да и в принципе даже не для стратегии, а, допустим, правило, у нас очень строгое правило – не садиться торговать за терминал, пока не будет сделан премаркет. То есть премаркет – это отбор, формирование сетки уровней. Это в первую очередь. Потом это на базовом инструменте формирование ключевых уровней на коррелирующих инструментах, особенно фундаментальная корреляция. И только потом уже можно вообще смотреть с точки зрения трейдера, который сейчас будет открывать позицию. То есть до этого момента, пока вот это не будет сделано, нельзя ни одной сделки открывать. Это достаточно правильно, потому что не разобравшись, что происходит, не получив определенные вводные данные, логически размышлять и анализировать
попросту нечего отталкиваться. То есть нужна информационная база, с которой уже затем идет и сравнительный анализ, и логический. Значит, есть правила, а есть еще ошибки. Правило в премаркета — это тоже цепочка действий. Мы ее будем изучать на курсе более детально. Я сейчас ее пишу буквально в основные этапы. В первую очередь, когда формируется на премаркете, ну, мы называем премаркет, перед открытием биржи, мы как минимум за час находимся у терминала и подготавливаем информационную базу, то есть собираем данные, к примеру, по масштабу контракта на, допустим, мы возьмем кластер профайл сейчас. Так как фьючерсный контракт начался в марте, возьмем стартовую точку с марта и берем таймфрейм day. Сейчас я выставил комбинацию гистограмм, то есть слева у нас будет гистограмма по объему, справа гистограмма по дельте, то есть мы на таймфрейме один день. Мы сразу будем видеть срез торгового дня каждого в двух ипостасях с точки зрения объема, то есть распределение наиболее ликвидных уровней. Это очень удобно и комфортно сразу фиксировать ключевые диапазоны, ядро сессии и дельта массивы. И справа, вернее, будет у нас гистограмма дельты. Мы будем видеть и фильтрацию распределения массивов байеров-селлеров. Ценовая политика на данный сейчас 1350 долларов. Ближе к началу уже будет чуть выше цена. Итак, нажимаем play. Ну вот вы видите, надеюсь, вам хорошо видно, не сильно темно графики здесь. Итак, сразу видим 2 гистограммы, и очень удобно зафиксировать ядро торговой сессии и ключевые массивы по дисбалансу. Тут сразу видно также, как работает VWAP, но на слайде, вернее на трансляции, вы не видите сам индикатор. Я его сделал черным цветом, чтобы он меня не отвлекал. Вот он. Сам VWAP, вот, а это уже отклонение первое и второе. Итак, готовится сетка уровней, исходя из цены закрытия либо дня, либо дневной сессии, либо дня в целом с вечеркой. Если, допустим, мы берем российский рынок, то есть закрытие. То есть есть коридор времени, торговая сессия основная, она называется. И дополнительная, либо же вечерняя сессия. Закрывается торговая сессия основная по одной цене, а вечерка закрывается по другой цене. Это может быть абсолютно две разные цены, даже не очень рядом. Соответственно, очень часто трейдеры ориентируются по закрытию дня. Вот, не всегда это, вернее, даже не то, что это неправильно, это нужно учитывать и эту точку закрытия, и эту точку закрытия. При определенных комбинациях, там, где закрылась вечерняя сессия, достаточно много чего может сказать о том, что нас ожидает как минимум на открытии, при ближайшие пару часов после открытия биржи. Это, ну, если РТС, допустим, либо же рубль. Но основной объем раньше, сейчас немножко сместился, на вечерней сессии начал появляться объем. Большинство банков, компаний, фонды, хедж-фонды работают от звонка до звонка, то есть персонал в компании
Поэтому как только закончился рабочий день, естественно, заставлять сотрудников торговать вечером, либо там следить за позициями, вряд ли кто-то будет. Поэтому большинство крупных участников после основной сессии уже не активны. И на вечерней сессии уже не так много ликвидности и ждать каких-то сильных движений. Ну, мат ожидания от позиции чуть-чуть ниже, даже не чуть-чуть, а прилично ниже, чем на самой основной сессии. Вот, поэтому правило очень важно учитывать и основную сессию, как закрывается, и вечернюю. Бывает, они рядом закрываются, но бывает такое, что вечерняя сессия достаточно далеко уводит цену от основной сессии. Далее, на премаркете отбираются важные ключевые уровни, массивы, учитываются контрольные точки ценовые, временные. Также обязательно уделяется внимание экономическому календарю, а именно предстоящие события. Допустим, Wall Street Online, в принципе, ну, не показывает весь ряд, ну вот как мы готовимся на премаркете. То есть мы в основном берем ключевые уровни на дневных сессиях, в деталях не рассматриваем массивы по дельте. Но в этой информации на вот как происходит Wall Street Online, если вы были на одном из мероприятий, то есть берется сетка уровней, отбираются ключевые уровни на поддержку, на продажу, вернее на сопротивление и ядра недели, дня, контракта. Когда расставлена вся сетка, можно уже играться с торговыми сценариями. Обязательно рассчитывается, проецируются вероятные торговые сценарии, то есть анализируется информация о том, что произошло сегодня, как это выглядит, да, на срезе недели, то есть за неделю с понедельника по пятницу, и где эта неделя находится относительно контракта. Базово, какие были тенденции до текущей точки, с которой мы анализируем, и какие у нас есть варианты сценариев. Сценарии, естественно, могут быть разные. Их большое количество. И предвидеть будущее никто из нас с вами не может. Но мы готовимся таким образом, что не делаем упор на какую-то одну сценарную цепочку. То есть, к примеру, завтра будут покупки, все, будем завтра покупать. Ну, вариант такой. Как показала практика и практика применения нашего способа, такой подход, ну, сложнее работать. Мы готовимся и к продажам, и к покупкам. То есть, вне зависимости от тренда, вне зависимости от ситуации, которые были до этого, рассчитываются торговые сценарии на покупку и торговые сценарии на продажу. Что это означает? То есть, когда трейдер базируется, мы называем это стереоторговля и монорежим. Когда однонаправленный сценарий, то есть трейдер анализирует и принимает решение о каком-то одном движении, одном тренде, и, соответственно, сделка будет базироваться исходя из этой тенденции. Очень часто у трейдеров бывает такая ситуация, все в любом случае, каждый трейдер, который торговал или торгует сейчас, проходил через это. Ну, вот как туман перед глазами. Весь день рынок падает, а трейдер каждый новый минимум с удовольствием покупает. И во всех движениях он видит только покупки, потому что он изначально с утра, еще с открытия биржи, был настроен на покупки. И если очень долго следить за котировкой, можно покупки найти где угодно. То есть покупка находится даже в тех точках, где из 100 трейдеров 70 скажет, что там нет никакой покупки. Можно очень хорошо себя настроить на покупки. Поэтому будут покупки здесь, 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 здесь. И в конце дня,
когда уже закрылась биржа, смотришь и думаешь, как я мог покупать весь день падающий рынок и кучу сделок убыточных, туман перед глазами. То есть, соответственно, запрограммировав себя только одновекторно открывать позиции, если изначально на этом этапе уже был неправильно выбран тренд, тенденция, соответственно, вся деятельность дальнейшая уже под сомнением и несет рисковый характер. Поэтому мы готовимся и к сценариям, которые приведут к продажам, то есть какие должны уровни себя и как показать, и с точки зрения параметров, критериев и модельной статистики, чтобы это был надежный сценарий на продажу. И то же самое, с какими уровнями должна произойти такая-то модельность с такими параметрами, чтобы это было для нас более надежная точка на покупку. Учитывается позиционирование, естественно, учитывается динамика, учитывается скорость рынка, скорость ликвидности и дисбалансы с объемом, и это все подчеркну в комплексе. То есть правило всегда готовиться к торговой сессии. Много бывалых трейдеров вам скажут, обязательно нужно готовиться к торговой сессии. Когда вы торгуете без подготовки, у вас нет информационной базы, от чего вы отталкиваетесь, так как анализ это и прогнозирование. В первую очередь это вы обращаетесь к своему архиву данных, своему опыту, как это было раньше и как это происходит сейчас и что стоит ожидать. То есть вы в любом случае обращаетесь к какой-то информации своей, ну, которую вы получили в результате торговли вчера, позавчера и энное количество дней тому назад. Архив знаний, то есть, грубо говоря, данных. И вы сравниваете этот паттерн, текущую модель с прошлыми воспоминаниями. Это происходит бессознательно. То есть, ну, вы на автомате это делаете. Мы ежедневно делаем очень много тысяч сравнений, начиная от, когда вы подходите к своей машине. Вы даже не задумываетесь о том, что вы на самом деле картинку, которую вы видите, сравниваете с тем, как выглядит ваша машина, и тогда уже делаете вывод, что это действительно ваша машина. Это сравнительный анализ идет. То же самое в торговле. Мы ежедневно, торгуя, анализируем котировку и сравниваем эту модель с той, которая чаще всего давала вам хорошие сделки, давала хорошие точки входа. Вот, поэтому, не подготовившись к торговой сессии, риск уже увеличивается. Не подготовились, соответственно, вы не знали, как себя вела нефть, допустим, на Азии, либо вы не увидели, что, допустим, на индексе РТС, где он там, был массив с достаточно крупным объемом, но в открытый интерес там, к примеру, был не на открытие позиции, а наоборот на фиксацию. То есть объемы, вернее объемные массивы, ну, это мы ввели такое понятие у себя, потом уже на занятиях стали, ну, использовать плотность объемов, распределенная ну, плотно во времени и в ценовом коридоре. Ну, этот массив. То есть массивы, каждый массив объемный делится на такие группы. Ключевые. Первая группа это приоритетная. Массив, то есть объемная плотность. Ну, чтобы так сразу сходу объяснить, лучше на примере. Обратите внимание на ликвидность в этом периоде. До этого ликвидность была вот такого уровня, даже ниже. И 3-5 минутки, ну, первая самая ликвидная, с ликвидности 5 тонн за 5 минут, 3 раза выросла.
и затем чуть-чуть снизилась, но была все равно в два раза больше, чем предыдущая ликвидность, активность на рынке. То есть вот эти три пятиминутки от остальных отличаются тем, что у них ликвидность как минимум в два раза выше. То есть это какая-то повышенная активность именно к этому ценовому диапазону. То есть три пятиминутки означает плотного времени, то есть раз, два, три. Ну, грубо говоря, плотный участок времени была объемная активность. Она распределяется в каком-то ценовом диапазоне. То есть объемно проторговали вот эту точку, этот массив. Мы выделяем этот коридор и дальше уже анализируем на предмет, а что с ним происходило. Собственно, по следам активности крупных участников, используя Wolfix, можно зафиксировать, когда они действуют, можно определить, какие там были по активности маркеры. Допустим, если здесь крупная ликвидность, это не означает, что там открывали позиции, вернее, как бы активность была нацелена на открытие крупных сделок. Достаточно часто можно заметить, что там на самом деле была фиксация, то есть выходили из позиций и, соответственно, не маленькими объемами выходили. И это также будет объемный отпечаток, но массив один может формироваться именно открытием сделок, то есть открываются новые сделки. И второй массив может формироваться фиксацией сделок. В чем разница одного массива и другого? Значит, у одного массива, который был на открытие позиций, ну, в априори есть большая вероятность того, что этот массив будет защищать крупный участник. То есть там в этом диапазоне открыли позиции. Допустим, вот сейчас на видео вы видите, здесь без звука, правда, видео включено. Ну, я думаю, по тому, что показывают мышка, видно, да? Реверсивная точка по дельте снизу. По гистограмме вы видели, что там был переломный момент ключевой как раз на самом экстремуме. Еще одно правило, которое от себя хотел бы добавить: старайтесь такие точки, как самая минимальная цена, самая максимальная цена, не использовать как точку открытия позиции. Вот эти вот острые моменты. По опыту, по наблюдениям в трейдерс рейтинг, трейдеры очень часто любят такие точки брать на открытие. Допустим, вот у нас нет. Вот, обратите внимание. Ну, это хоть фиксация, тут нельзя придраться. Ну, вернее, как пример не подходит. Ну вот, допустим, Фиора. Видите, действует в 9.57, 9.58. Рекомендую понаблюдать за трейдерами, так как сделки открыты публично, вы можете их смотреть. Видите, непосредственно открытие позиции базировалось на взятии самой минимальной цены. Это ну, подчеркивает опыт трейдера, профессионализм, четкий набор свод правил, которым он придерживается, да. Но это риск, ну, по опыту это очень рисковые точки входа. То есть взять именно вот этот пик, либо экстремум, либо этот, не так просто. Вернее, там вероятность ну, потерять контроль и не заметить какие-то смены активности, и может вот этот минимум превратиться на самом деле в середину диапазона торговой сессии. То есть мы не знаем точно, когда именно остановится рынок, прям вот сию секунду. То есть нужно получить какие-то подтверждения модели для того, чтобы зафиксировать смену активности, смену контроля цены. И вот в этих точках
невесомости, да, взять сразу покупку по минимальной цене, это очень высокий риск. То есть, если, допустим, вы начинаете формировать подушку безопасности, либо только начали изучать электронный трейдинг и трейдинг на срочном и фондовом рынке, постарайтесь не привыкать к таким точкам и оставлять их на потом. То есть, ну, тренируйтесь лучше на базовых уровнях, которые, допустим, открытие позиции с первого массива торговой сессии, и либо же, если брать экстремум, то только после формирования площадки, то есть с хорошим объемом. Такие вот точки, они очень часто трейдерами заключаются, и в результате, ну, здесь хороший пример, как бы, но очень часто как раз наоборот. Именно когда вот этот разворот произойдет, момент, вот эту тонкую грань прочувствовать и увидеть по данным, что сейчас можно брать, не так легко. Поэтому первое правило — не открывать позиции, пока рынок находится в движении. Это называю золотое правило. Вот, видите, пример другого трейдера. Тоже, видите, на том этапе, когда он открыл в начале сделку, вот она. Если не смотреть на график, это был минимум, видите, самый минимум. Вот. Нет еще графика, вот он открывает позицию. То есть нет площадки, с которой будет разворот формироваться еще. Ну, есть ряд правил, которые объясняют, почему там нельзя открывать сделку. То есть следующее открытие, видите, идет уже более, опираясь на уровень поддержки, скорее всего, технического анализа. Ну вот, хороший пример тому, как нельзя открывать позиции именно на самом минимуме, либо же на самом максимуме. Вот как можно здесь прочувствовать, что сейчас вот будет происходить разворот. Три точки открытия, они все неудачные как раз из-за этой причины. Поэтому избегайте таких точек, и у вас меньше будет убыточных сделок и наладится потихонечку торговля. Точно так же с продажи. Вот видите, жажда взять вот эту вот переломную точку, чтобы, вот видите, опять же открывается позиция именно в этих точках. Это очень плохая привычка, и старайтесь избегать, поверьте. Очень часто будут вот такие открытия, когда вас еще протягивает, и это все риск. Мы, допустим, стараемся минимизировать риски и, ну, работаем с коротким стопом. Стараемся не накапливать такую пирамиду. Вообще, как бы, это у нас по технике безопасности запрещено. Никакой убыточной пирамиды не формируется. Допустим, если у вас позиция открыта, и вы идете по тренду, все хорошо. Можно добавить контрактов, так как средняя, ну, цена по позиции, допустим, на безопасном расстоянии от текущей рыночной цены, это можно делать. Ну, тоже разумно. Так, премаркет понятно. Ну, не все правила, вообще, как бы, все правила сразу в один вебинар не укомплектовать. После того, как вы подготовили уровни, обязательно рассчитывайте сценарий. Рекомендация: готовьтесь и к тем сценариям на покупку и на продажу. Есть еще ряд сценариев, которые тоже стоит подготовить. Это при каких условиях не торгуем. Это ряд правил, которые запрещают торговать. Торговать в масштабе дня, торговать сейчас, торговать там в течение часа нельзя, допустим, либо как нельзя торговать, это тоже ряд правил. Очень часто, когда у нас занимаются трейдеры и, ну, не редко, когда можно встретить трейдеров хорошо подготовленных в плане структурно все расписано у них, как они работают, причем не просто на словах, а вот они реально придерживаются этих пошаговых действий. Стараются не отходить от общего алгоритма стратегии. То есть чаще всего встречаются
интуитивно открывают позиции, либо базируют принятие решения абсолютно, ну, не на фундаментальной информации. То есть просто даже, к примеру, мувинг какой-то там пересекся еще с чем-то. Ну, пересеклись они. Окей. Ну, да, там базируют цена и так далее, но почему именно там открывается продажа, трейдер объяснить не может. Вот я увидел пересечение, все открываю. По правилам так. Ну окей, а почему это вызывает шорты, допустим? Такого объяснить не может. То есть, соответственно, ждать прибыльной торговли с таких с такой подготовки не стоит. Изучить свой инструмент обязательно необходимо. Очень детально и очень внимательно. Допустим, кто из вас торгует индекс РТС? Напишите плюсик, кто риторгует. Так, есть такие, хорошо. А что такое индекс? Ну как, своими словами просто пишите, как вы понимаете, что такое индекс РТС. Ну, 50 акций, тогда был бы список РТС. Ну, грубо говоря, в средневзвешенная информация о 50 компаниях, имеющих достаточно огромную влиятельную, имеющую вес на фондовом рынке, да, представленных из разных секторов экономики. Вот. Расчетная величина, совершенно верно. То есть это расчетная величина на самом деле, индекс. Это говорит о том, что, ну, либо можно сравнить средняя температура за это лето, которое будет, или за эту зиму. Там средняя температура за зиму составляет там минус 7%. Не процентов, а минус 7 по Цельсию. То есть это расчетная величина. Минус 7 градусов по Цельсию. Вот. То есть мы какое-то данное получили. То же самое по индексу РТС. Это расчетная величина о состоянии фондового рынка. Рассчитывается для быстрой оценки общей картины, которая по фондовому рынку происходит. Да, средняя температура по ММБ. Вот. Но сам индекс, ну, расчетные данные мы не можем торговать, правильно? То есть это то же самое, если открыть сейчас не котировку, а, к примеру, вот то же самое, что торговать вот эту вот кривую. На самом деле это расчетные данные, сумма всех объемов по одной цене за период времени. То же самое индекс РТС, это расчетные данные за какой-то период времени. Но финансисты, экономисты, биржевики смышленые сообразили и сделали фьючерсный контракт на сам индекс. Вот его уже можно торговать. Индексов невероятное количество на самом деле биржевых, и каждая компания, каждая
приличная инвест-компания, хедж-фонд, у них есть свои индексы. Я думаю, вы слышали там индексы Reuters, таких-то секторов экономики, либо же, допустим, регионов. Bloomberg свои какие-то индексы есть, и это не просто так, они рассчитывают, то есть их мнение, допустим, что 50 акций, которые входят в индекс РТС, если не ошибаюсь, раз в полгода, кажется, или раз в месяц идет, ну, определение, кто входит в эти 50 компаний. Честно, забыл, как часто меняется список. То есть кто-то в список попадает новый, кто-то уходит из списка. Вот. Есть у индекса РТС еще такие братья, скажем так. Сейчас я вам их назову, которых мало кто слышал, особенно. Новички вряд ли такую информацию знают. Есть индексы РТС, которые рассчитываются другими компаниями, то есть, и даже некоторые торгуются на других биржах. Сейчас вам скажу этих двоюродных братьев. Ой, пока подгрузится страница. Правило открытия позиции, то есть заключение сделки. Это должен определенный список действий быть у вас. Обязательно распишите его, вот как вы поступаете при открытии позиции. Посмотрите на них и на этот порядок действий, правил. Очень важно ключевые действия, ключевые правила, которые запрещают открывать позицию при таких-то, 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 таких-то условиях. Это очень обязательно четко расписать по правилам, какие объекты используются для защиты позиции, какие модели используются для перевода в безубыток, сценарии и так далее. Лучше это расписать и фактически заламинировать. И возле у меня, допустим, если какие-то новые стратегии появляются, уже их нужно отрабатывать. Я расписываю список действий, ключевые задачи, параметры, и просто у меня лист лежит А4, пока я до автоматизма уже не запомню эту тактику. Так, сейчас. Да. Скажите, а вот те, кто торгует индекс РТС, мониторите вы такой тикер, как RSX? Ну, в корреляции хотя бы. Если нет, ставьте минус. Если да, ставьте плюс. И желательно краткое описание, как именно.
Да. Сейчас вам покажу этот RSX. Рекомендую, если вы вечером торгуете, коррелятор очень плотно работает RTS с этим инструментом. Market Vector Russia ETF на NICE торгуется. Как только открывается NICE, RTS очень плотно идет именно за этим инструментом. Объем здесь, обороты, ну, бывает, просто зашкаливает. Сейчас вам продемонстрирую ликвидность. Ну, как коррелятор, достаточно интересен для использования. Обязательно ну, посмотрите. По волатильности он плотнее идет, ликвидность у этого электронного торгового фонда 20 миллионов, это только за день, 15, ну не слабо ликвидный. В общем, де-факто это как бы общий барометр российской экономики, которая торгуется на экономика, которая торгуется на Нью-Йоркской бирже. Вот. И объемный коррелятор тоже очень важная вещь. Все, никак не могу найти этот индекс. Название. Ладненько, на следующем открытом вебинаре обязательно поделюсь. Кстати, по пятницу на 20:00 вот Олег интересный вопрос задал. Все равно к началу торгов присутствует мысль привез лонга и шорта, есть же приоритет, например, куда тренд и так далее. Ну, первое время так и было, потому что на автомате привыкаешь тому, что первостепенная твоя задача является определить, куда идет рынок, почему он туда идет. Потом уже только начинаешь задумываться вопросом. Это уже с опытом, когда много шишек набиваешь, начинаешь задумываться, почему он туда идет и так далее. Естественно, всегда есть мысли, куда он пытается идти, но как практические примеры. Практический опыт показал, что если не настраиваться целенаправленно на покупки и на продажи, если это спекуляция, не инвестирование, а долгосрочная там покупка акций с расчетом на год и более, а непосредственно интрадей работа либо мультиинтрадей, то задача спекулянтов взять основное движение. А движение это будет на продажу или на покупку, нас с вами не интересует, правильно? Первое, оно должно быть, это движение. А ли, продажа либо покупка, мы ее возьмем. Дело не в том, ну, проблема как раз быть или не быть. Вот этот момент. Если вот эта ступень быть или не быть, трейдер изначально делает ошибку, неправильно выбирает основное направление, дальше действия его уже можно даже не наблюдать. Вот, поэтому, когда у вас снимается этот барьер, быть или не быть, вам только нужно идентифицировать подходящие надежные точки входа и все. Что, в принципе, вот и будем изучать на предстоящем курсе, на Smart Volume Trading. Концепты разные. Есть работа командой, когда работаешь не в одиночку, а командная. Когда работаешь один, это два разных режима торговли. И начиная от личного, то есть когда анализируешь один и торгуешь один, это один режим торговли. Когда работаешь в команде, немножко другой, и они разные. Ну, в итоге как бы одна цель, но набор правил действий, алгоритм действий твоих, синхронизация с командой, там целый.
Кстати, заговорили про индекс РТС. 5 апреля, буквально вот несколько дней назад, новое название основного индекса ввела и будет изменять тип, вернее, как бы методику расчета индекса. Ну, в ближайшем оно все поменяется. Вот. Помимо этого, когда вы знаете свой инструмент досконально и просто вдоль и поперек, к примеру, формулу расчета индекс РТС. Интересовались, вот какая там формула на самом деле, что там рассчитывается, отнимается, добавляется, какие используются данные при расчете? Раз это расчетная величина, ну, обязательно поинтересуйтесь, а как она рассчитывается, эта расчетная величина. Допустим, когда Московская биржа начала, ну, вводить такие инструменты, как индексы волатильности, ну, достаточно пропагандировать, и это, ну, все обсуждали. Мы, ну, про индексы волатильности знали, но не особо ими интересовались в плане, так как они, ну, относительно, я бы так сказал, так как там зачем вы про расчет? Вот, допустим, в расчете индекса РТС, ну, по крайней мере, в той в тех расчетах, которые тогда были, когда я это все смотрел по индексам, участвует фьючерсный контракт на евро. Ну, грубо говоря, валюта евро участвует в расчетах индекса РТС. То есть, что это нам дает? Соответственно, достаточно важно анализировать динамику еврика, раз он даже рассчитывается в самом индексе, ну, входил в расчет. Последняя свежая расчетная формула, надо посмотреть, может уже его и нет, а может еще и есть. Ну, такие моменты мелкие иногда дают достаточно хорошие данные для формирования целой торговой стратегии. Ну, есть и некоторые инструменты, у которых своя специфика. Если ее детально изучить, вот посмотреть с этого ракурса, то извлекаешь оттуда наиболее ценные подсказки. Совершенно верно. На сайте Московской биржи вы можете легко найти расчет и формулу расчета индекса РТС и, соответственно, других индексов. В этом плане на Московской бирже на сайте можно найти все, что необходимо. Кстати, даже условия, как стать маркетмейкером на Московской бирже, оказывается, не так много капитала нужно, чтобы стать маркетосом на срочном либо фондовом рынке. Вот, поэтому также открытая информация. Я специально читал этот кипу этих файлов, которые там обязанности маркетмейкера, там запрещается что и так далее. Тоже там есть нюансы такие мелкие, которые ответили на некоторые вопросы, как действуют маркетмейкеры и какие уровни, где, как отличить. И где они могут находиться, где они работают, в какие периоды и так далее. Даже временные периоды можно зафиксировать. Есть дневные маркетмейкеры, есть круглосуточные, ну, целый день. У некоторых лицензия только на срочные рынки, у некоторых и на срочный, и на фондовый, у некоторых только на один инструмент, допустим, есть, а не только там маркетосы. Ну, список там тоже маркетмейкеров есть, и вы их хорошо знаете, в основном крупные банки.
также свод правил важный, который правило определения точки входа. То есть до того, как вы открыли позицию, это открытие позиции, это целый, ну, есть такое понятие макрос. То есть какая бы ни была стратегия, сама точка открытия — это определенный набор действий, определенные правила. Это стратегия там по статистическому арбитражу, либо стратегия там точки входа с высокочастотниками, вне разницы. Любая стратегия, точка входа, где открывается позиция по определенным правилам, то есть учитывая определенные свод правил. Ну, у каждого трейдера они свои, особенно если это касается, на какие данные опирается трейдер, то есть, ну, использует для принятия решений. У нас мы отталкиваемся от сразу нескольких источников информации, которая, ну, знаете, как жюри ставит оценки там за фигурное катание на льду, там 10 10 10, если все десятки, то есть зеленый свет, надежная сделка, можно открывать позиции. Там этот тип анализа, допустим, говорит 7, этот тип анализа 8, эти 3 десятки. Ну, терпимо, попробуем. То есть риск уже выше, но 2 из 5, 7-8 поставили. И так далее. То есть несколько типов анализа подтверждают наличие точки входа. Ну, грубо говоря, перестраховываемся. Если из 5, допустим, 3 говорят нет, а 2 да, то позиция не открывается. Это тоже правило определенное. Это тоже мы будем изучать. Фух. Надеюсь, было интересно сегодня и полезно. Еще раз напомню, 19 числа поставьте напоминание в смартфоны в 20:00. Продолжим. И у нас будет уделено внимание новому в платформе Wolfix индикатору VaceWave. Потом индикатор VWP, и немножко поделюсь опережающими индикаторами, которые будут полезны для торговли и, в принципе, необходимы. Опережающие индикаторы. Возможно, есть вопросы. Давайте еще 5 минут уделим. Полностью тему с правилами торговли так и не успел раскрыть полностью. Поэтому чуть-чуть, может, продолжим даже на следующем открытом вебинаре. Затронем один момент. Правила сопровождения, фиксации еще там. Запись, да, будет, конечно. Открытый первый вебинар все видели, ну, смотрели, все были. По реверсу там достаточно интересная информация. Кто не видел первый открытый вебинар, напишите в Skype. Вам ссылку сбросят. И либо же... Сейчас я дам ссылку. Лучше знаете, куда сейчас... Нет, не то...